Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня я выпекаю вот такой пирог творожно-шоколадный. Посмотрела я рецепт в Инстаграм и первый раз делаю. Делаю первый раз, попробовала я его, и я вносить буду свои коррективы в следующий раз, когда буду выпекать этот пирог. Все ингредиенты и количество я укажу под видео в описании. Ну вот вы видите все количество, которое нам понадобится. В чаше для миксера я смешиваю сухие продукты. Это мука, сахар, разрыхлитель. У меня в роли разрыхлителя, как всегда, сода с лимонной кислотой. Тщательно перемешиваем. Забыла я сразу отправить сюда какао. Отправляем ванилин сухим продуктом. И вот тут надо было тоже какао отправить, но я уже попозже его отправила. Ну, не так это страшно. Отправляю 3 яйца, взбиваю сюда. 50 миллилитров молока отправила. Вот какао отправляю. И 50 миллилитров растительного масла. Вот первая моя корректива. Я бы внесла сюда не растительное масло, а растопленное сливочное масло. Пирог был бы вкуснее. В миксере тщательно все вымешиваем. Ну, можно и вручную, конечно. Но миксером быстрее, лучше размешается. Тесто вот получилось у меня такое довольно-таки густое, вязкое. Видите, как даже не спадает. Тесто приготовили. Сейчас я готовлю творожную начинку. Здесь у меня мука, сахар и пачка творога. Творог жирностью не менее 5% должен быть. И моя, опять же, корректива здесь, я бы творога побольше взяла. Уместно здесь бы было 2 пачки 400 грамм. Потому что начинка это очень вкусная получается. И мне этого было 200 грамм маловато. Вот погружным блендером такую массу я взбила. В сковороду я как для выпекания выложила тесто шоколадное наше. В пакет у меня нет такого кондитерского. В обычный пакет выложила творожную массу. И поверх теста нашего шоколадного вот так сеточкой выдавливаю творожную массу. Мне маловато этого показалось. Все, духовка уже разогрета, 180 градусов на 30 минут. Отправляем в духовку. Ровно 30 минут пирог мой стоял в духовке. Вот такой я его вытащила. Посыпаю сахарной пудрой. И пирог можно кушать. Сейчас мы посмотрим, какой он в разрезе. Еще раз говорю, первый раз я этот пирог пеку. Но он до того, смотрите, как он легко режется. И вот такой он на вид в разрезе. И согласитесь, что если бы было бы больше творожной массы, он бы красивее выглядел и вкуснее был бы. Сейчас мы его попробуем. Вот такое тесто получилось. Вкусная шоколадная часть пирога, вкусная. Но, на мой взгляд, вкус, вернее, суховато. Сливочным маслом будет гораздо вкуснее. Вот такой пирог. Шоколадный пирог с творожной массой у меня получился. Рекомендую приготовить его. Несложный в приготовлении, быстрый и довольно-таки недорогой. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Пока, до следующего видео.